С ночной смены медсестра Нина Ивахникова возвращается в свою собственную квартиру. Пока здесь идет ремонт, живет на съемной и ждет не дождется, когда будет праздновать новоселье. О своих личных квадратных метрах у моря, рассказывает жительница Отрадненского района, мечтала всю жизнь. Осуществить мечту всего за 3 года помогла народная ипотека. Без краевых субсидий, говорит Нина Ильинична, квартиру в курортном городе просто бы не потянула. Спасибо, конечно, нашему краевому руководству, что и имеются такие вот проекты, которые, благодаря которым наши россияне, наш прекрасный народ может улучшить свои жилищные условия, радоваться жизни. Вот представляете, я теперь рада, я очень люблю море, и я теперь буду жить у моря. Таких же счастливцев, как Нина Ивахникова, в Сочи пока всего 10. В новых число может попасть каждый житель края. Тот, у кого пока нет недвижимости. Для этого нужно просто стать участником программы «Народная ипотека», которая предусматривает выделение социальной выплаты при покупке или строительстве жилья. Для того, чтобы стать участником программы, во-первых, нужно открыть вклад в Сбербанке. Второй шаг к народной ипотеке – это оформление документов для госвыплаты. Шаг третий – каждый месяц нужно пополнять свой накопительный вклад. Переводить на счет необходимо от 3 и максимум до 10 тысяч рублей. И четвертая ступень – получить ипотеку всего под 6% годовых. Даже сейчас, в период кризиса, самый льготный ипотечный кредит в размере 10,5% годовых. Поэтому таких ставок нет нигде. Копить деньги на счете можно от 3 до 6 лет. В свою очередь, администрация края ежеквартально будет перечислять на него 30% от внесенной суммы. Продумали и вопрос с инфляцией. Ее покрывает краевая казна. Потратить деньги можно будет как угодно. Купить готовую или строящуюся квартиру, или построить дом. Можно и просто забрать накопленные средства. Есть определенные категории граждан, которые могут взять эти деньги вместе с субсидией и использовать по своему усмотрению. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны, малоимущие граждане, семьи с детьми и молодые семьи. Программа «Народная ипотека» работает в Краснодарском крае с 2011 года. Как рассказывают в Сбербанке, этот продукт очень популярен. Программа интересна в первую очередь тем, кто не имеет денег на первоначальный взнос для обычного ипотечного кредита. Благодаря этой программе многие жители края получили реальную возможность приобрести собственное жилье. Для того, чтобы получить данный кредит, необходимо обратиться в любой филиал Сбербанка России, получить консультацию у менеджера по продажам, собрать необходимый пакет документов. В программе «Народная ипотека» уже участвуют более 300 жителей курорта. Именно столько сочинцев уже стали еще на несколько шагов ближе к своей мечте о собственных квадратных метрах. Ольга Десятова, Борис Сосин, телекомпания ФКТ.